Всем здравствуйте, вы на канале Удачи. Сегодня видео про розу кардана в открытом грунте. Эта роза на этом месте растет третий год. Была подарена мне на 8 марта и сохранена до весны. Я ее посадила в открытый грунт, не укрываю, вот вы не поверите, роза кардана — это одна из самых благодарных, во-первых, на цветение роз, а во-вторых, на неприхотливость. У меня раньше был еще красный сорт, но, к сожалению, я его сама погубила при неправильной пересадке. Что я могу сказать про розу кардана в открытом грунте? Она вырастает, конечно, больше, чем роза в горшочке. То есть, если роза в горшочке — это такое миниатюрное растение высотой 15-20, ну, может, 30 сантиметров, то роза кардана в открытом грунте вырастает до 50-60 сантиметров в нашем волгоградском климате. Также почвогрунт открытый влияет на цвет цветка. Когда она была мне подарена в горшочке, ее цвет был такой немножечко кремово-белый, без вот такой вот желтизны, как сейчас. Не знаю, камера передает или нет. То есть цвет немного меняется, становится более насыщенным. Что мне нравится в розе кардана, очень долго держит свой цветок, и бутоны становятся немного крупнее, чем вот в этих маленьких горшочках, когда их дарят. Поэтому не бойтесь сажать розы карданом в открытый грунт. Ее можно выращивать как бордюрную розу. Мне кажется, это очень будет красиво, если сделать массовую посадку одного сорта. Всем всего хорошего!